Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город», вы смотрите программу «Время говорить». Главные темы сегодняшнего выпуска в коротком изложении выглядят следующим образом. Ответ по прудам сегодня в программе, продолжение репортажа о песочинских водоемах. Надо бы облагородить, рязанцы высказывают свое мнение по условиям работы рынка вблизи ЦНТИ. Взяла машинка, да и сгорела. Жительница Рязани пытается получить компенсацию с владельцев автосервиса, где погибла в огне ее Тойота. А теперь обо всем подробнее. Митрополит Рязанский Михайловский Вениамин благословил проект по открытию в здании на Фрунзе 28 в Рязани музея памяти митрополита Симона. Планируется, что в экспозиции, как сообщает сайт Рязанской епархии, будут представлены личные вещи, фотографии, облачения и многое другое, что связано с выдающимся иерархом Русской Православной Церкви, истинным пастырем, дорогим сердцу каждого, кому посчастливилось быть знакомым с этим удивительнейшим человеком. Напомним, на улице Фрунзе долгое время была резиденцией бывшего митрополита. Напомним, митрополит Симон, в миру Сергей Михайлович Новиков, родился 5 февраля 1928 года в деревне Желнино Ярославской области в крестьянской семье. С детства ходил в храм, свято уверовал в Бога, много молился, пел на клиросе. После школы учился в Ярославском химико-механическом техникуме, работал на Ярославском заводе резинотехника, ходил в сельский храм. В 50-м году Сергей Новиков встретился с прибывшим из Рязани отцом Авелем, который стал его духовником. Затем стезя связала с нашим городом и самого, к тому времени ставшего уже архимандритом, отца Симона. Это было осенью 1972 года. Постановлением Святейшего Патриарха ему было определено быть епископом рязанским и касимовским. Служил он честно, многое сделал для епархии и для всех рязанцев. Скончался отец Симон в 2006-м после тяжелой болезни, с которой стойко и мужественно боролся. Теперь к делам совсем уж земным, но важным для всех горожан. На днях мы получили ответ на пожелания рязанцев, прозвучавшие в одном из недавних репортажей. Речь шла о судьбе прудов в Дашково-Песочне. Там уже в воде дорогих и любимых местными жителями прудиков прибывают вместо рыбок и лягушечек грязь, металлолом и прочие неприятные вещи. Горожане тогда высказали намерение помочь рязанским властям в наведении порядка совместными силами. Дайте только технику, специалистов, да и вообще займитесь прудами всерьез, а мы трудами своими вас не оставим. Ведь это же какое место культурного отдыха можно сделать? И скамеечки поставить, и беседки, и тропинки для прогулок выходного дня проложить. Власть, как говорится, все помнит, видит и знает. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Во всяком случае, прудами городская администрация займется. Так в эфире обещано было, а слово, как известно, не воробей. Мы обратим внимание на этот пруд. Мы знаем даже ту проблему и занимались действительно той проблемой, как укрепление берега, потому как эта проблема возникла неожиданно, и ее надо было срочно решать, берег укреплять, для того, чтобы обезопасить именно жилой дом и вся инфраструктура, которая находится в этом микрорайоне. Мы на остаточные деньги провели берегоукрепительные работы. В этом году, 2014-м текущем, мы возвращаемся опять на этот пруд. Мы доводим до конца берегоукрепления. И именно на этот объект деньги в бюджете города, они уже запланированы. Мы защитили этот водоем, поэтому он прошел как бы все конкурсные наши процедуры. И летний период благоприятный для ведения этих работ. Для этих работ мы, безусловно, туда возвращаемся, все доделываем. Ну, раз уж такая реакция начальства пошла, то как тут не брать, так сказать, быка за рога? В эти выходные Глеб Галушкин по заданию редакции выяснял мнение жителей Московского шоссе по поводу рынка под открытым небом в районе ЦНТИ на Московском. Дело-то оно, конечно, хорошее, однако пришло время подумать о его дальнейшем статусе. Либо здесь царит стихия, а на продукты густо ложится пыль и выхлопы автомобилей, либо надо приводить торговую площадь в культурный вид в соответствии с нормами гигиены. Тут бы внимательные зрители из властных зданий народу сильно пригодились бы. В Рязани ярмарка выходного дня возле ЦНТИ на улице Крупской, что в московском микрорайоне, проходит еженедельно по субботам. Традиционно на прилавках овощи, мясо, молочная продукция, хлебобулочные изделия. С одной стороны, ярмарки играют важную социальную роль. С другой, житель московского высказывает мнение о том, что место для торговли отнюдь не идеальное. Вот если бы открытые павильоны поставили, вам как жителям, от этого лучше было? Конечно, лучше, чем вот эта сейчас пыль. Посмотрите, какая пыль на все, на продукты летит, ну, на то все. Что пыль? А так, крытые, допустим, мне не нравится. Приходишь там, ну, почему? Не как-то.
не знаю, мне казалось, и у них там они берут больше же цену, у них аренда там. А здесь меньше? Ну, здесь поменьше. Ну, я не знаю, мне кажется, цены такие же и на мясо, и на все. Ну, я не знаю, крытые, может быть, более экологично, как-то там чище, не пыльно. А если без этого, совсем нам плохо здесь. Цены нормальные, но место надо благородить. А чем место не нравится? Ну, видите, пыль, грязь, мясо торгует. Надо какие-то павильоны поставить. Еще одной проблемой ярмарки на Московском является несанкционированная парковка автомобилей приезжих торговцев. Каждую субботу десятки машин стоят прямо на газоне бульвара. В итоге, особенно в плохую погоду, вместо зоны отдыха жителям после торговых развалов остается лишь грязь. Как с этим эффективно бороться, никто не знает. Начнем с того, что это площадь, так же, как и площадь Победы, площадь Ленина. Соответственно, она обозначена бордюрами, тротуарными дорожками. Здесь были зеленые насаждения, вот на которых сейчас машины стоят. И здесь нету подъезда на площадь Новаторов никаких. То есть заезжают с этой стороны, где тротуар, где тротуарный камень, бордюр. И пока ничего не можем с этим сделать. Но, надеюсь, в скором времени. В общем, все и все говорят о том, что ярмарка на Московском в районе ЦНТИ нуждается в усовершенствовании или, как сейчас модно говорить, в переформатировании. Вместо практически стихийного рынка местные жители хотели бы видеть такой, где торговля велась бы под крытыми павильонами. Здесь, утверждают жители, городским властям надо подумать о перенесении ярмарки в более культурное место где-нибудь неподалеку. А тут, где раньше стоял знаменитый на всю Рязань самолет, хорошо бы сделать полноценный сквер с деревцами, лавочками и освещенными парковыми дорожками. Как говорится, не хлебом единым жив человек. Еще здоровье народа, которое не только от качественных продуктов зависит, но и от степени разума непосредственно самого народа. Наш автор Наталья Новикова привезла репортаж из Рязанского детского центра здоровья, где как раз проводилось тестирование школьников на курение. Как гласит народная поговорка, курение вред, а не курящих нет. Но это не совсем так, потому что людей, испытывающих нелюбовь к этому вредному занятию, все больше. Да и законодательство в России также занимает жесткую позицию по отношению к курильщикам. Их понемногу выдавливают из общественных мест и офисов. Однако, по статистике прошлого года, в России курят 40 миллионов наших соотечественников. Уровень курения среди мужского населения России один из самых высоких в мире – 60%. Среди женщин закуривает каждое пятое, а это тоже очень много. Российская молодежь начинает курить в 11-15 лет. Вот вам и дым отечества. Но это к сведению, а сейчас репортаж. Всем известно, что курить вредно, известно, почему вредно, но люди продолжают курить. И, что хуже всего, немало в нашей стране и совсем юных курильщиков. Согласно статистике, в наше время в России среди подростков курит каждый второй мальчик и каждая четвертая девочка. А вот из хороших новостей. За последние 3 года процент курящих подростков в нашем городе снизился. И, по словам специалистов, здесь приносит свои положительные плоды профилактические мероприятия. Сейчас в рамках федеральной программы в каждой школе проводятся пробы на табакокурение. В Рязанском центре здоровья для всех желающих абсолютно бесплатно проводятся лекции, показываются фильмы, раздается литература, психологи рассказывают о вреде курения. И здесь же можно проверить ребенка на табакокурение. Обращаются в основном родители, они подписывают информированное согласие на проведение исследований в центре здоровья. Вот. И то есть, уже свои пожелания, то есть, что хотим, чтобы был тест на выявление табакокурения. Вот. И потом уже, когда выявляется курящий ребенок, вот, уже совместно с наркодиспансером мы проводим с ним занятия. Значит, ты должен обхватить трубочку губками и сильно один раз выдохнуть. Метод быстрый и достаточно точный. А курильщики, как оказалось, бывают разные. От легких до людей в стадии отравления. Этот молодой человек оказался пассивным курильщиком, а пришел он в центр добровольно, чтобы проверить состояние своего здоровья. Работники центра подтверждают, что главнее всего погода в доме и тот пример, который родители подают детям. И да, товарищи взрослые, даже если вы не являетесь родителями, в очередной раз закурив сигарету, все же задумайтесь, а не станете ли вы им дурным примером, а то и живым источником вреднейшего дыма для проходящего мимо ребенка. Ведь говорят, что чужих детей не бывает. И еще об одном деле, которое не исключено, тоже будет в недалеком будущем рассматриваться в суде. Представьте ситуацию. Есть у вас дорогое имущество. Вы доверили его ремонт специалистам сервиса. А потом вам и заявляют, был пожар на Руси, да и все сгорело. А вот с возвращением стоимости имущества большой вопрос. Горькое событие, что тут скажешь. Вот в такую вот историю попала героиня следующего репортажа Оксаны Тебенихиной.
Ни один автовладелец не захотел бы оказаться на месте этой хрупкой девушки. 11 марта Лариса Кочеткова отдала свою иномарку в один из крупных рязанских автосервисов на ремонт. По прошествии 2 недель она решила проверить, завершена ли работа, но неожиданно обнаружила весьма неприятный для себя сюрприз. Мой муж прибыл сюда, и дальше было все как в фильме ужасов. Он увидел, что бокс выгорен, автомобиль практически уничтожен пожаром. О том, что пожар здесь произошел сутки назад, нас никто не известил. Мы были вынуждены переживать эту ситуацию в одиночестве. Директора на месте не оказалось, а работники автосервиса дать какие-либо разъяснения по ситуации отказались. Ситуация ясна, как солнечный день. Испортил – возмести. С этим вопросом Лариса и отправилась к руководству автосервиса. И получила абсолютно неудовлетворительный ответ. Нотариус, примите, пожалуйста, претензию. Это вы обязаны сделать по закону. Нет, я вам ничего не обязан по почте. Вот видите, вы говорите, вы отвечаете за свои слова, вы порядочный человек. Я отвечаю за свои слова, а не за ваши. Не за мои, вы примите претензию. Я отвечаю за свои слова. Хорошо, у вас камера есть, нет? А, есть, я оставляю вам претензию. Произвело все-таки какой-то эффект появления здесь Оксаны, вас, вот, и вашего коллеги, камеры. И, наверное, действительно, к сожалению, люди по-доброму не готовы решать вопросы до тех пор, пока не почувствуют какую-то опасность, силу, возможность... На их силу, другую силу. Да, на их силу, другую силу. Человек, у которого повреждена вещь в результате выполнения каких-либо работ с этой вещью, в данном случае автомобиль, вправе требовать возмещения убытка в полном объеме. При этом дается 3-дневный срок, в течение которого аналогичный товар, аналогичное изделие должно быть предоставлено человеку, у которого данная вещь повреждена. Если этого не происходит, то потребитель вправе требовать 2-кратную стоимость. В данном случае, опять-таки, речь идет о независимой экспертизе, о стоимости, предъявлении претензий. В случае отказа человек вправе обратиться в суд. В пятницу, как и договорились, чета Кочетковых вновь наведалась к директору автосервиса. Но обещанных денег за сгоревший автомобиль и в этот раз Лариса не увидела. Единственное, чего нам удалось от него добиться, так это обещание встречи с юристом, который поможет составить расписку, юридически оформленную грамотно, в том, что он обязуется вернуть стоимость автомобиля до момента его сгорания в автосервисе. Но больше пока ничего. Когда починит, автомобиль продаст, а потом вернет деньги. Но не знаю, имеем ли мы право требовать от него, чтобы эти сроки каким-то образом урегулировать до какого-то конкретного числа, потому что чинить и продавать можно бесконечно долго. Этот вопрос владелец автосервиса, как утверждают эксперты, обязан был решить за 3 дня с момента пожара. Этого, как мы видим, сделано не было. Мы будем и дальше следить за развитием событий. Ну и последнее на сегодня. Как известно, российский премьер Дмитрий Медведев провел в Симферополе совещание по дальнейшему социально-экономическому развитию наших новых регионов Севастополя и Крыма. Ну а сразу после нас в эфир выйдет программа «Подробности», в которой сенатор от Рязанской области Игорь Морозов расскажет о сегодняшней ситуации в Крыму, которую знает отнюдь не понаслышке. Он был и свидетелем, и участником последних украинских событий, а потому сегодня мы получаем информацию, что называется, из первых рук. Смотрите подробности. А у нас на сегодня новостей больше нет. До встречи в эфире.